В популярности греко-римской борьбы, история которой насчитывает не один век, никто не сомневается. В ней серьезный бескомпромиссный характер сочетается с благородством классических правил. Финал чемпионата Краснодарского края по греко-римской борьбе привлек настоящих любителей борцовского искусства. Более 120 сильнейших спортсменов из Краснодара, Новороссийска, Анапы, Геленджика, Сочи, Ейска, Лабинска, Славянска на Кубани прибыли в спорткомплекс «Лидер», чтобы принять участие в ответственных соревнованиях. На их торжественном открытии всех собравшихся приветствовал глава Славянского района Роман Синеговский. Греко-римская борьба – это сила, это воля, это единоборство. Поэтому каждому из вас нужно быть готовым защитить свою семью, защитить свою малую родину, защитить нашу большую родину. Поэтому спасибо вам, что вы занимаетесь таким силовым видом спорта. Президент Федерации спортивной борьбы Краснодарского края Игорь Хоменко очень доволен тем, как принимают состязания борцов и на каком уровне они проходят в Славянске на Кубани. Чемпионат Краснодарского края серьезный. Здесь более половины участвуют мастеров спорта. Несколько человек, мастера спорта международного класса, участвуют в отборе. В Славянске проходят соревнования различного уровня, начиная от юношеского первенства, кончая чемпионатами. И всегда проводят на высшем уровне. Это благодаря и начальнику управления по физической культуре и спорту, благодаря главе района. Среди участников соревнований немало известных спортсменов. Мастер спорта международного класса, победитель первенств Европы и мира в возрасте до 23 лет, призер чемпионата России и Европы Александр Головин серьезно готовился к финалу. Готов, нормально, хотелось бы пробороться на крае перед стартами дальнейшими. Впереди у нас Кубок мира. Хотелось бы, ну, почувствовать ковер. Уже где-то месяца 3-4 нигде не боролся. И вот выпал такой шанс побороться на крае. Ну и решил проверить себя, показать свои силы. Тренер этого новороссийского борца уверен в том, что подготовка и мастерство Александра позволят ему выступить достойно. Саша уже здесь боролся на ЮФО, Южный федеральный округ. Он обыграл тут всех, стал первым. Сейчас у него уже здесь второй раз он борется. Я думаю, это этап, один из этапов подготовки к чемпионату России. Он очень важный, поэтому мы приехали сюда, невзирая на его титулы и прочее. Надо начинать сюда сначала. Идешь в чемпионат края, ЮФО, Россия. Борьба была напряженная и зрелищная. В итоге победили самые сильные и подготовленные. Александр Головин уверенно выиграл финал в своей весовой категории. В неофициальном командном зачете команда Славянского района заняла почетное 3-е место, уступив краснодарцам и новороссийцам. В копилке славянской команды 1 золотая, 2 серебряные и 4 бронзовые медали. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».